Алматинцев сегодня напугал крупный пожар. Клубы дыма были видны из разных частей города. Горел склад с лакокрасочными материалами. На тушение были брошены все силы. В локализации огня участвовали 25 пожарных машин. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось прибегнуть к помощи двух вертолетов, которые сбросили 50 тонн воды. Сильный такой туман был, я в 7:30 вышла во двор, и уже дети начали приходить, у нас детский сад. И смотрю, такой дым стоит едкий. Известно, что склад принадлежит частной производственной компании. Всего там хранилось более 200 тонн лакокрасочных изделий. Как раз накануне на склад прибыли два вагона с материалами. Пока неизвестно, какой ущерб понес владелец предприятия. Опасность распространения огня была высокой, ведь рядом расположены жилые дома. На тушение пожара в общей сложности ушло 4 часа. Теперь специалистам предстоит выяснить причину. В эти дни в Алматы стоит жаркая погода, но этого недостаточно для того, чтобы воспламенилось хранилище.